Запасы воды очень большие, и много строится потоков таких водных. Поэтому деревню так и назвали Риверу Фриньо. Деревня не просто живописная, потому что она в горах, в ущелье. Она ведь еще и заповедная. У нас там программа, знаете, какая будет? Сначала с вами форелевое хозяйство посетим. Посмотрим, как выращивают форели. Полный цикл. От малька до взрослой особи. Они, знаете, притулили эти аквариумы и бассейны с рыбой, притулили к речке. И воду для бассейнов отвели именно от этой речки. Через Леваду, через такой канал оросительный. То есть, по сути, просто изменили русло этой речки. И создали, видите, мы через облако прям, видите, как облако стелится. Это же вообще чудеса, в облаках дорога, это вот эти скрытые осадки, так называемые. Потом, после того, как с форелевым хозяйством познакомимся, оно очень живописное, а потом я вам покажу.